пакет домой, путь домой, и только пакеты остаются непонятно где валяться. Так, итак, сегодняшний день нашего возвращения домой в Москву, и мы покидаем Новотель и направляемся в сторону аэропорта. Собственно, аэропорт вон там рядом, вот, собственно, отель, а вон там, собственно, автобус. И мы, и наша дружная компания отправляется домой. Паша, прокомментируешь? А, Паша уже даже комментировать не хочет. Что так комментировать, да, Паш? Домой, домой, домой. Так, продолжается наше движение назад. Продолжается приключение желтого чемоданчика в Мюнхене. Мы идем забирать вещи из камеры хранения. Напоминаю, мы в терминале 1, идем в терминал 2. Паша, шапку! Шапки прочь! В лесу идут дожди. О, наш самолет идет на взлет. Была взята трофейная телега. И мы с ней сейчас движемся получать наш багаж в терминал номер 2. Терминал номер 2. Павел тоже был шустр и прихватил тележку. Так, тележка стоит евро, а так трофейная, совершенно бесплатная. И желтый чемоданчик продолжает движение уже на трофейной телеге. Согласитесь, это гораздо удобнее. Согласитесь, это гораздо удобнее. Поспешим же за нашими героями получать багаж. Вот так вот. Самолет не ждет Пашу, да? Самолет вылетает вовремя. Ой, да еще время этого. Чем знамениты немецкие самолеты и автобусы? Тем, что они вылетают вовремя и выезжают, соответственно, вовремя. Так, идем забирать вещи в сервис. Интереснейшая вещь. Это симулятор полетов. Там кабина самолета. И вот мы сейчас видим, как мы летим. Классная развлекуха. Можно здесь полетать. Боинг 737, кстати, поуправлять можно. Пилотом побыть, виртуального Боинга. Так, итак, мы отправляемся на посадку на самолет и улетаем. А Мюнхен остается опять без нас. Ну, на какое-то время. Мы же сюда обязательно потом вернемся еще. Готов ли наш самолет взлету, сэр? Конечно, готов. Атанан уже греет двигатели и прогревается различными напитками. Готов к лету, сэр. Добро пожаловать на борт, сэр. Вот и настали грустные минуты расставания. Паш, тебя не прет, что ты идешь и едешь, нет? Прокомментируй ситуацию, пожалуйста. Это уже старо. Ха-ха. Ну ладно. Мы стоим и едем. Лесенка чудесенька, травелатор. Пользуясь случаем, хочу же сказать про нашу команду. Ирина, Павел, Инна. И мы сейчас уже приедем. На будущее упаковка в С, терминале С в Мюнхене. Но если дополнительно упаковать багаж есть желание, нужно идти в С. Ну вот и все. Мы садимся в самолет. Ну то есть полетели мы потихонечку себе. Спасибо. Вот наш тот самолет и есть. Ну ладненько. Увидимся в Москве. Итак, мы в Москве, в Сибири, в Домодедово. Путешествие закончено, и теперь длинная дорога домой по пробкам. Но это уже другая история. Ну и движение домой по уже нашим московским дорогам. Как завершающая часть нашего сменно-авиационно-автобусного и горнолыжного путешествия. Спасибо всем, кто был с нами. До новых встреч и новых путешествий.